Кем оказалась супруга Зеленского? Все ошеломлены. Кто же она, первая леди Украины? Что мы знаем о Елене Зеленской? На самом деле, достаточно немного. Она всегда предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа. Даже в то время, когда он был популярным юмористом и шоуменом. Однако кое-что узнать все же удалось. Елена Зеленская в девичестве Кияшка родилась в Кривом Роге 16 февраля 1978 года. Они с будущим мужем учились в параллельных классах одной школы, но знакомы не были. Познакомились они гораздо позже, когда Елена Кияшка училась на строительном факультете в Криворожском национальном университете, а Владимир Зеленский получал юридическое образование в Криворожском экономическом институте. Отношения у пары развивались постепенно. Они встречались 8 лет, перед тем, как в 2003 году все же сыграли свадьбу. По специальности архитектора Елена практически не работала. Она пишет тексты для студии «Квартал 95». В юности она часто сопровождала Зеленского на выступлениях и репетициях. Затем постепенно втянулась, помогая в подготовке номеров коллектива. А после и вовсе стала полноценным автором. Согласно декларации Владимира Зеленского за 2018 год, Елена владеет 2 квартирами, апартаментами в Ливадии, оккупированный Крым, размером 129,8 квадратных метра, и в Киеве 284 квадратных метра. Кроме этого, супруга Зеленского является одним из конечных бенефициаров в ООО «Студия Квартал 95», ООО «Зелари Фиш», «Алдуренте Лимитед Кипр», «Филм Херитейдж», «Инк Белис» и «Сан Томасо СРЛ» Италии. Будет жена кандидата в президенты Mercedes-Benz S500 2014 года выпуска.